О, печенюшки, печенюшки, напек я себе. Так, это еще кто там опять стучит? Да, здрасте, здрасте. Добрый день, добрый день. У нас сегодня действует акция «Купите лотерейный билет и получите возможность выиграть новую квартиру или поджопник». В смысле? А за что мне купить билет? Это не кидалово? Точно не кидалово? Ну ладно, дайте я куплю, дайте я за печенюшку куплю, вот. Это точно не кидалово? А что нужно, чтобы принять участие? Просто купить билет? Не, конечно нет. Вам нужно поставить лайк на вот это видео, вот прямо сейчас ставьте лайк на вот это видео и оставить какой-то хороший комментарий. В смысле? То есть, если я сейчас поставлю лайк на вот это видео, если я оставлю комментарий, то я смогу принять в акции и попытаться выиграть новый дом? Да, конечно. Ребята, давайте мы все вместе поставим лайк прямо вот сейчас на вот это видео, да? Чтобы у меня появилась возможность выиграть новый дом в сезоне с покемонами, да? Ставим прямо сейчас. Все поставили? Вот, ставим, пишем комментарий. Ну вот, мы все сделали, Валера. Тебе же Валера зовут, да? Почтальон. Да? Ну что, вот я купил. И что я выиграл, а? А ну развернись. Ну вот. Ах ты, зараза, чё, подсрачник выиграл? Не, ты выиграл новый дом. Чё, реально? Офигеть. А можно посмотреть на мой новый дом? Конечно, да, вот я тебе дам адрес, сходи туда и посмотри на свой новый дом. Ну круто, ребят, спасибо за то, что лайки поставили. Хорошо, мы ещё пойдем, Всё, Валера, можешь идти, спасибо за лотерейный билет. Всё, давай, удачи. Гудбай, всё, пока, аривидерчи. Нифига себе, ещё пойдем в новый дом, ща. Нужно вещички собирать, да? Ребята, перед началом этого видео я хотел бы попросить уделить на меня всего лишь одну минуту для того, чтобы сделать небольшое объявление. А какое объявление? Это то, что я хотел бы вам сообщить. У меня переоткрывается мой старый сервер. Он долго находился в разработке, чтобы специально удивить вас. Что именно я подразумеваю под словом «уделить»? В первую очередь, не смотрите, что у меня нету скина, просто я еще не поставил, не успел, он будет в скором времени, как увидите. В первую очередь, ребята, хочу вам сказать то, что мой сервер совершенно бесплатный. На него можно зайти с помощью и пиратки, и также лицухи. Версия сервера 1.10, 1.9. То есть, в принципе, можно сказать, самых последних версий. Но что самое главное, что на нем долго разрабатывалось, это система магии. Будет магическая палочка, будет магический сет и будет волшебная летающая метла, как в принципе у Гарри Поттера, да? При заходе на сервер у вас качается специальный текстур-пак, и сейчас я, ребята, вам покажу. Вы появляетесь вот тут, это спаун, прыгайте вниз, прописывайте кит-стартер, который доступен, в принципе, доступен каждому игроку на сервер, и смотрите, что вам выдается. Полный набор мага, это в первую очередь, смотрите, волшебная палочка, которая стреляет магии, ну давайте я вам даже сейчас, ребята, быстренько покажу. Опа, которая реально, смотрите, стреляет магией и наносится урон. И также летающая метла, на которой вы можете взлететь, летать как быстро, как вам угодно. Вот смотрите, в принципе, ребята, вы можете это все сами разобрать, зайдя на сервер, потому что сервер работает прямо сейчас. Прямо сейчас, когда ты смотришь это видео, сервер открывается. И прямо сейчас заходи на сервер, а IP будет в описании, fightex.ru:255565. Да, ребята, в чем заключается суть этого мода? Точнее, это не мод, это плагин. Ванильный Майнкрафт. Смотрите, ребята, вы можете прокачивать эту самую палочку, кликнув правой кнопкой на стол зачарования. Ребята, вы можете прокачивать эту палочку специальным опытом, который выдается вам за то, что вы кого-то убиваете, бьете палочкой или просто используете как можно чаще. Просто кого-то убивать. Смотрите, как это круто пвпшится, прям как реальный Гарри Поттер. С кем-то просто перестреливаться палочкой, а не луком. Лук — это уже прошлый век. Поэтому, ребята, чем больше вы стреляетесь, тем больше опыта вы себе добываете. Чем больше опыта, смотрите, на что мы можем потом зачарить нашу палочку. На! Телепорт в различные места. Притягивает к себе вещи. Толкает вещи от вас. Ослепляет цель. Стреляет волшебной стрелой. Отравите вашу цель и многое другое. Кучу заклинаний, ребята. Вы можете прокачивать своего персонажа. А в принципе, знаете что, ребята? Чем меньше разговоров, тем лучше. Заходите на мой сервер прямо сейчас, я буду вас там ждать. Я буду записывать серии по этому серверу и также стримить на нем в честь открытия. Очень дешевый донат
скидки в 3 раза. Поэтому, ребята, вы можете стать даже тем же админом за очень маленькую сумму. Но это, ребята, пожертвование сервера. Серверу никто вас не заставляет это делать. Это просто поддержка сервера на его существование. Ребята, заходите, я вас жду там, а мы больше не тянем. И перед тем, ребята, как мы отправимся в наш новый дом, еще раз хотел бы поприветствоваться, как делишки-ребятишки. Да, и сегодня мы продолжим наш 7-й сезон с модом на покемонов. Кто его долго ждал, ребята, ставьте большие пальцы вверх. Валера, ты, в принципе, уже можешь уходить домой, мы уже поняли, мы сейчас будем идти в наш новый дом. Ребята, перед тем, как начать серию, серия будет долгой, приготовьтесь. А знаете, почему долгой? Потому что вы этого заслужили, честное слово. В первую очередь, я хотел бы вам сказать прям огроменное спасибо. Ваша поддержка для меня очень важна. И на прошлой серии Пиксельмона мы насобирали 10 тысяч лайков. Ребят, вы не представляете, как ваша поддержка для меня важна. И я благодарю вас за каждый поставленный лайк. Вы очень крутые. И если вы хотите продолжение, если вы хотите больше серии Пиксельмона, не останавливайтесь, ребята, ни в коем случае. Дальше ставьте лайки прямо сейчас на вот эту серию, если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее. Вы крутые, я вас ценю, ребята. Спасибо за вашу нереально крутую поддержку. Но если вы хотите также от меня видеть больше серии по Пиксельмону, не стесняйтесь, ставьте лайки прямо сейчас на вот эту серию. И я выпущу новую серию Пиксельмон как можно быстрее. Честное вам слово. Также, в принципе, можете подписываться на мой канал, потому что каждый подписчик меня как друг. Не забывайте вот это. Сейчас, ребята, мы продолжим качаться, и вы знаете, да, уже нашу традицию, каждую серию, каждую Пиксельмон серию я говорю то, что, ребята, добавляйте меня, друзья, ВКонтакте, первая ссылочка в описании, заходите, переходите ВКонтакте, те, кто имеют аккаунт ВКонтакте, добавляйте меня, друзья, ребята, я постараюсь всех вас добавить, ставьте мне лайки, пишите сообщения, я буду отвечать на ваши сообщения, и просто с вами общаться, ребята, добавляйте в друзья, я буду вас ждать ВКонтакте, сразу первая ссылочка в описании, да. А сейчас, ребята, сейчас. А, кстати, новость. Перед серией я уже поменял нашего обычного Люксрея, поменял на шайни Люксрея. О, божечки, какой он красивый, нафиг. Какой он, ребята, красивый, это просто сойти с ума. Потому что, кто не понял, в предыдущей серии у нас вообще все покемоны просто сошли с ума. За одну серию мы нашли около 5 шайни покемонов, около 5 боссов. И даже такое было то, что мы нашли шайни босса. Это вообще какой-то дурдом был, честное слово. Но, ребята, факт остается фактом. И знаете что? Я увидел, вы, ребята, сумасшедшие. Знаете почему? В хорошем смысле этого слова. Потому что вам нравятся 40-минутные серии. Как нафиг? Как вам может нравиться настолько большие серии? Вот реально, вы хотите длинные серии? Ребята, пожалуйста, пойдите сейчас в комментарии и напишите мне еще раз. Вы хотите длинные серии Пиксельмона? Там 40 минут? Или вы хотите там серии Пиксельмона, которые будут длиться там 15-20 минут? Если вы хотите такие длинные серии, как была предыдущая, как будет вот это, там 40 минут, 45 минут, 50 минут, вы нафиг сумасшедшие! Если вы хотите вот такие длинные серии, а проще всего, ребята, зайдите прямо сейчас в комментарии и напишите, хотите короткие серии или хотите длинные серии. Мне реально это важно. Потому что не думайте то, что 40-минутные серии очень просто записывать. Но если вы хотите, я буду для вас, ребята, стараться. Так, а знаете что? Мне просто очень интересно, сможем ли мы найти еще фиговую тучу покемонов в этой серии? Я имею в виду шайни и боссов. Сможем, ребята? Я очень на это надеюсь, то, что мы сможем найти еще много крутых покемонов в этой серии. Я просто очень надеюсь. И в этой серии, ребята, мы выиграли новый дом. Нам Валера Почтальон, все его помнят, да, только что был возле нашего старого дома, временного дома. А он сказал то, что мы выиграли новый дом. Да. Сейчас мы, ребята, пойдем и посмотрим, что за новый дом там нас ждет, да. А у нас есть уже какой-то... У нас есть уже... Так, тут больше никого нету? Вроде никого нету. У нас есть уже waypoint. Да, home. Это временный дом тут у нас, а есть home. Ни хрена себе, вот этот домище мы выиграли в лотерее! Офигеть! Круто, круто, круто. Смотри, как на карте он выглядит. Это специально островок для нас сделан. О, ну спасибо, спасибо. Конечно, тут еще много чего не достроено. Нету там, не знаю, там огород. Не, огород есть. Есть априконы посаженные, нифига. Но нету типа тут мостика, нету тут, допустим, каких-то украшений, декораций, да. То есть обычно построенный дом. И нам дали большую территорию для того, чтобы мы что-то тут заделывали. Офигеть, какой крутой дом, ребята, смотрите. Вот желтенький такой. Давайте пойдем внутрь и посмотрим, что нас тут ожидает. Так, это парадный вход. В принципе, большой такой ход. Тут у нас что? Тут у нас кухня, инструменты, сундуки. Так, вот это нужно убрать, потому что это мешает сундуку открыться. Я сказал убрать вот это, потому что это мешает сундуку открыться.
Вот, ни хрена себе это долго ломается. И поставить куда-то в другое место, но это я чуть позже поставлю. Сундуки, да, компьютер, механическая наковальня, холодильник. Нихрена себе, как холодильник открывается. Офигеть, офигеть, сейчас бы он еще закрылся. Умывальник, опять печенюшки, радио и тумбочки. Зашибись, холодильник, закройся, пожалуйста. Я не знаю, как он закрывается, надеюсь, он сам закроется. Так, дальше что у нас тут? Склады у нас тут есть. Офигеть, сундуки, много сундуков, склады. Круто, мне это уже, ребята, очень нравится. Что у нас тут? Тут у нас выход на задний двор, да, на заднем дворе еще ничего нету, только посаженные априконы. Да, это круто, это круто. Давайте вот это, ребята, все соберем. Вот эти все априконы, вот так. И, в принципе, не все прям будем, хотя, знаете что, давайте мы все соберем, потому что болов у нас нету. А учитывая то, что у нас начали появляться, офигеть, какое большое количество шайни покемонов, боссов и вообще редких покемонов, то вот эти, ребята, все болы нам очень даже сильно пригодятся. Поэтому нужно их всех собирать. Прям все. Это все нужно будет жарить. А у нас угля нету нафиг. Или есть у нас уголь? Если нет, нужно будет, ребята, в шахту сходить. Ну, посмотрим. Все это мы собрали. Давайте, ребята, возвращаемся домой. И что у нас на втором этаже, мне интересно. Так, какой балкончик. Нифига себе, ребята. Мы тут даже загорать можем под зонтиком. Загорать можно. Что тут? Присесть даже можно. Что-то поужинать. Смотрите, ребята, смотрите. Это просто охренеть. Балкончик крутой. Ножки вытереть. Давайте заходим обратно. И что тут у нас есть? Еще одна дополнительная комната, еще один балкон, смотрите, какой вид красивый. Это просто загляденье. И тоже тут большая вот такая, еще один балкон. У нас три балкона на втором этаже, ни хрена себе. И что у нас тут? Вот тут нереально большая комната, тут нереально большая комната. И тут у нас спальня, да? Офигеть, какая крутая спальня. Смотрите, где стоит кровать? Прямо возле такого нереально большущего окна. Ребята, это круто. Сейчас как раз уже ночь будет, так что мы можем испытать нашу новенькую кровать и поспать. А так, а нам нужно вот это все пережарить. Это все нужно пережарить. Нужно будет сделать алмазные печки, или где-то они даже у меня завалялись. И, в принципе, пережарить и начинать делать вот эти все априконы. Да, ребята, нужно будет вот переносить вещички куда-то вот сюда. Допустим, сейчас мы это все можем выложить вот сюда, да? Тут мешать нам не будет. Просто замечательно, ребята. Хлам у нас тут, это можно пока что вот сюда. И блок еще нужно где-то поставить. Замечательно, ребята. В принципе, вот это все нужно будет переносить. Временный дом у нас. О, Валера, ты еще до сих пор тут. Иди домой! Мама заждалась уже! Иди домой. Успокойся, мать твою! Успокойся с этой дверью! Уйди! Что этот мудак дверью тут балуется, а? Иди нафиг, вообще офигел. Так, вещичек у нас тут, если честно, очень даже много. Это все нужно, ребята, будет потом распределить, забрать отсюда, понести в наш другой дом. Но я это, ребята, все сделаю, наверное, вне серии. Потому что, как видите, вещичек у нас тут просто офигеть как много. И переносить вот это все сейчас на серии, это очень долго будет. А мне кажется, это никому не интересно. Я просто сейчас выложу вот этот весь хавчик. Вот так. Замечательно, пойдем, ребята, поспим. И, в принципе, все, пойдем на охоту за новыми покемонами. Нам еще нужно прокачать Голарка и также Сайтера. Я сказал поспать, да. Я надеюсь, что я сейчас появлюсь где-то дома, а не за стеклом. Потому что может быть баг с кроватью. Нет, все нормально. Все нормально. Ну шо, ребята, ну шо. Вы готовы? Вы готовы к новым путешествиям, новым приключениям? А идем в ту пустыню, где мы закончили в предыдущей серии. Мы закончили... мы тут закончили, ребята. Да, мы тут закончили. Извиняюсь, если вам тут очень свет так мешает, но просто я не хочу сейчас закрывать окно, я не хочу сейчас включать свет и посередине дня, когда еще солнце на улице, сидеть в темноте, потому что жалюзи будут закрыты, сидеть просто светом. Это очень глаза режет, и это очень, ребята, плохо. Поэтому я хочу в такой приятной для меня обстановке посидеть, когда еще день на дворе, а не закрываться, запечатываться и просто сидеть в темноте, можно сказать, только при свете. Да, поэтому, ребят, я надеюсь, это вам не очень мешает. Извиняюсь, если свет вам режет глаза, но я ничего не могу сделать. Если я жалюзи чуть опущу, то будет еще хуже видно, поэтому мне кажется, все нормально, ребята. Надеюсь, что все нормально. Ну шо, боссики. Боссики. Надеемся, что мы сможем встретить боссика в этой серии. Да ты охренел, ты меня с одного удара убил. Да, вот так, замечательно. Покехил, и давайте еще вот этого запинаем. Не убивай нас, пожалуйста, с одного удара. Пожалуйста. Вот, замечательно.
Замечательно. Сайтер, какой у нас уровень? 36-й. Да, его еще, если честно, очень даже долго качать. Но ничего страшного, ничего страшного. Мы полетим куда-то в ту сторону. Надеемся, то, что нам встретятся еще шайники, еще боссики. Я бы очень этого хотел. Так, так. Покелут у нас есть. И тоже возле покелута у нас есть еще Магмар. Два Магмара. Мы на них сейчас, ребята... Паймербол нам выпал. Нифига себе. Сойдет, сойдет. Сойдет. Не убивай нас, пожалуйста, Магмар. Вот, замечательно, замечательно. А, ну, давайте мы тебя еще тоже убьем. Не Вибрава, а как он называется? Вибрава — это предыдущая эволюция вот этого чувака. Флайгон, вот, Флайгон называется. Не убивай нас, Флайгон, пожалуйста. Не убивай, мы хорошенькие, мы хорошенькие. Иди, твою мать! Я говорю, не убивай, он нас убил с одного удара. Вот так, замечательно, вылечимся. И пойдем посмотрим, что у нас тут в кузнице есть, да? Тут же у нас кузница. Да, посмотрим, что у нас там есть. Хоть, в принципе, не знаю, может ли там что-то нам нормальное попасться. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет, но ничего страшного, ребята. Давайте пойдем сюда. А, кстати, есть бабло, да. А вы уже говорите то, что я вторую серию обещаю пойти в... на базу команды R. Ребята, я могу пойти в этой серии. Наверное, я это сделаю только чуть позже. Или, может, прямо сейчас. Смотрите, я сам пока что не знаю. Пойдем мы на базу команды R, но я не думаю то, что мы сможем выиграть. Почему? Потому что там... А вот этот следующий тренер, который стоит на пути между Джейси Джеймсом, ну, в смысле, лидерами команды R, да, их помощник очень, в принципе, сильный. И мы с ним сражались только один раз, и, если честно, он нас прям офигеть как раскидал. Просто порвал нас на части. Потому что у него 6 покемонов 55 уровня. А у нас Голарк 51 и Сайтер 36. У нас есть, конечно, шанс выиграть у него, но я, если честно, пока что еще сам не знаю. О, 2 лаки-блока и 1 сокровищница. Мы пойдем, ребята, я попробую, но я вам не обещаю то, что я смогу выиграть. Я очень постараюсь специально, ребят, для вас выиграть, но не могу обещать, потому что, сами понимаете, это будет сложно. Чувак уже очень там прокачанный у них. Да, тем более нам еще осталось Сайтера эволюционировать Сайзера. Да. Ну шо? Твою мать, прям обосрался. Опыт, вы реально нам опыт дали? Вы думаете то, что мне нужен опыт? Да. Я, если честно, не думаю то, что мне нужен опыт, но пускай. Пускай будет. Так, давайте посмотрим, что у нас тут будет в сокровищнице. Я тоже думаю, тут ничего особенного, но все же. Опа, это на... Это сразу сломаем. Так, кости. Кости нужны, чтобы потом будут априконы выращивать, золото. И... да. А, круто, да? Много чего нам тут крутого попалось. И давайте вот так. Вот так. И сейчас, ребята, выберемся отсюда. Быстренько. Опа, 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 опа. Опа, опа. И потопали, ребята, дальше. На приключениям, за приключениями. Черезар, давай. Это не босс? Не, это босс? Нет. Он просто такой красненький издалека кажется. Не, это не босс. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы хотим боссиков в этой серии, ребята. В предыдущей серии было офигеть, как много боссов. Я надеюсь, что в этой серии также будет. Пожалуйста. 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 Все мы хотим боссиков. Все мы их ждем. Давай, еще разочек. О, зашибись просто, зашибись. Давайте вылечимся и потопаем. Да что я не могу сюда пройти? Что там за... невидимая стена была? Ну? Пожалуйста, не горите то, что Пиксельмон залагал. Твою мать, нет, 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 нет. Как я это ненавижу, когда Пиксельмон залагивает. Да. Залагал Пиксельмон, мне, наверное, сейчас нужно будет перезайти. Или просто попробовать прописать килл. Вот. Вернуться обратно. Опять Пиксельмон залагал. Не, ну сейчас вроде более-менее. Сейчас вроде не лагает. Надеюсь, что не будет лагать, потому что, как видите, есть иногда даже такие баги, когда реально Пиксельмон залагивает, и ты ничего не можешь сделать. Но все же, как-то мы эту проблему сейчас решили. Босики, пожалуйста, 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 босики. Хочу видеть босиков, хочу босиков. Ребята, если вы увидите где-то покелут, который валяется на земле, или если вы увидите лаки-блок, который валяется на земле, и я его пропущу, если я его пропущу, пожалуйста, напишите в комментариях, на какой секунде вы увидели вот этот лаки-блок или покелут, чтобы я потом вернулся, знал, где я его оставил, пропустил, и забрал его, ребята, благодаря вам, потому что именно вы напишите, где я его пропустил и где я его не забрал. Так. Нормально, нормально. Темки идут, темочки. И, в принципе, такие неплохие даже. Ну, в океане, что нам можно делать в океане? Искать глиняный биом. Потому что, если честно, он нам очень нужен.
И глиняный биом нам очень сильно пригодится. Там офигеть, как много крутых покемонов. И что самое главное, там много крутых покемонов, особенно для кача. То есть там очень круто качаться. Поэтому будем надеяться, что мы сможем найти глиняный биом в этой серии. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Найдись, найдись. Или какие-то реально большие покемоны, потому что нам нужно прокачивать Голарка, Сайтера, еще много других. Ну, в принципе, с этой командой больше никого, но как только мы их прокачаем, ребята, мы отправляемся к команде R и будем с ними сражаться. Да. Тут у нас... Да. Да, не скажу то, что тут много крутых покемонов, на которых можно качнуться, но вот тут это остров или это просто какой-то... Нифига себе, тут много покемонов. Тут много крутых покемонов. Вот этого можно убить. Пикачу, Пикачу, видите, у нас уже есть, то есть... Пикачу можно убить. Этого, кто тут у нас еще есть? 43-й. 43-й Виппинбелл. Виппинбелла тоже можно убить. Мы прокачаемся. Так, тот же тик тоже есть, можно его сейчас убить. Краби. А Серпериор. 40-й уровень. Давай, 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 давай. Вот, зашибись. Шайни, шайни, шайни! Шайни, шайни, краби. А ты не краби, а точнее корфиш. Корфиш. Я даже не знаю, кого ловить. Так, 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 так. Давайте сначала убьем Тортеру, если сможем. Да не Сивадла, не Сивадла, а Тортеру. Вот, 77 уровень Тортера. Быстренько ее попробуем убить, чтобы не прокакать шайни корфиша. Пожалуйста, пожалуйста. Сразу один босс и сразу... Так, нормально, нормально. Корфиш, корфиш, корфиш. Где ты? Вернись, пожалуйста. Корфиш. Шайни корфиш. Шайни корфиш. Шайни корфиш. Не-не-не-не, пожалуйста. Я хочу шайни корфиша. Нужен... Вот он. Сейчас бы его только словить. Потому что, как видите, у нас нету нормальных болов, только обычные покеболы. Пожалуйста. Корфиш. Миленький мой. Словись. У нас не миллион покеболов, у нас только... 36 попыток тебя словить. А, да. Дерьмовыми, извиняюсь за выражение, покеболами. Словили! Ух, как вовремя! Ребята, мало того, что заспавился сразу босс, мало того, что заспавился крутой босс, так возле этого босса еще и шайни заспавился. Ребята, это просто офигеть. Это просто офигеть. А что, кстати, с босса выпало? Я так только не посмотрел. Ну, такие себе. Не скажу, что прям крутой, не скажу, что прям крутой дроп, но сойдет. Сойдет. Так, ребята, я вижу то, что это прям офигенный остров для кача. Тут куча крутых покемонов, и как видите, их тут просто дофига. Их тут просто, ребята, дофига. Мне кажется, то, что нужно, наверное, тут сейчас поставить вейпоинт, и мы будем сюда возвращаться как можно чаще, потому что покемонов тут реально просто офигеть как много. Офигеть, как много, мне кажется, тут прям крутое место для кача. Для постепенного кача. Так, Баттерфри. Иди-ка ты сюда. Вот так. Замечательно. Какой у нас? У нас уже Сайтер уже 40 уровень, ребята. Уже 40 уровень. Так, ты. Ты. Нет, не ты, а давай. Вот ты. Вот ты. Еще разочек. Ну. Ну! Чё ты тупишь? Не-не-не-не. Слоубро как-то, слоупока точнее, как ты. Слабенько бьёшь, что ли? А, он просто парализован. Вот так, нормально. Что это, кстати? А-а-а, вот оно что. Вот спрятанный покелут, точнее, невидимый покелут. Нормально. Это еще кто такой? Барми? Я даже не знаю, что это за покемон, если честно. Он еще и цвет свой поменял. Смотрите, он желтый, зеленый, он меняет цвет. А у нас есть Маткип. Почему пишут, что у нас есть Маткип, если у нас его не было вроде? А я не помню, у нас есть Маткип или нету? Почему тут пишут то, что у нас есть... Ну, если пишут то, что есть Маткип, значит есть Маткип. Нас обманывать не будут? Я надеюсь. Я надеюсь, что нас обманывать не будут. Так, Слоубро, не-не-не-не-не, ты слишком сильный для нас, поэтому Голарк давай выручай. Он и Голарка сейчас уработает. Вот так. Пожалуйста,
через завтра включи нам утро. Я тебя очень сильно прошу. Дружище, включи нам утрецо, а? О, спасибо, 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 спасибо. Черезард нас в очередной раз выручает. Так, херосос там есть. Херосос. Я тебя убью, потому что ты меня бесишь своим раздражающим голосом. Slow, 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 slow. Тут еще бы мост какой-то построить. И прям идеальный остров будет для прокачки. Прям идеальный остров. Ребята, наверное, мы так и сделаем, потому что крутой остров. Крутой остров для прокачки. Так, баттерфри есть. Мы уже нашему сайтеру на этом острове... О, вот это крутая атака. Вакуум Иксайзер. Вот, 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 это то, что нам нужно. Это то, что нам нужно. Сейчас Иксайзер просто-напросто всех будет разрубать на кусочки. Разрубать на кусочки будет. Это то, что нам, ребята, просто необходимо. Вот смотрите. Иксайзер. Бум! Почти, почти один удар. Почти один удар, и он порешал Слоубро. Так, тебя тоже можно убить быстренько. Вот так. И тут, в принципе, больше нету никаких нормальных. Ледиба. О, вот еще один чувак. Еще один чувак. Крутой остров, ребят. Я прямо сейчас тут оставлю вейпоинт и будем сюда возвращаться на прокачку. Потому что крутой остров. Крутой. Крутой. Так, больше никого тут нету. Большого. Какого-то большого уровня. О, альбатрос еще есть. Я не знаю, почему я его называю альбатрос, если это пеликан, можно сказать, да? Но почему-то мне хочется называть его альбатрос. И херосос еще тоже есть. Альбатрос, 44-й. Да, ну альбатроса ты как-то очень плохо бьешь. А Гуларк, Гуларк, ты сможешь его убить, пожалуйста? Пожалуйста. Пожалуйста. Еще разочек. Еще разочек. Еще разочек. Давай, 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 Гуларк. Поднажми. Вот так, замечательно. А, вылечимся. Покехил. Но зато уже один боссик в этой серии, ребята, был. Это уже вообще неплохо. Вообще неплохо то, что один боссик уже был. И даже еще один шайни был. Это просто офигеть. Так, замечательно. Кто у нас тут еще есть? Кто у нас тут еще? Бластос есть. Херосос есть. Давайте мы херососа убьем. Быстренько. И потом бластоиза убьем. Вот так. И бластоиз. Быстренько бластоиз. С одного удара. Просто круто. Круто тень. Там еще есть херосос, но мне кажется, ребята, в принципе, на этом острове мы уже нормально покачались, да? Тот же тик, ты большой уровень? 18-й. Нет, не скажу, что большой, но все же. Нормально, ребята? Мне кажется, нормально. Что это тут? Кто это у нас тут хлюпается? И вот тебя еще, чувак, можно убить. Ты тоже 37-й уровень. Нормально. Сайтер уже 30... Сайтер, смотрите, уже какой, ребята, 42-й. Мы его нормально прокачали на этом острове. Там еще один Слоубро, давайте его тоже завалим. 41-й! Морил! Азу морил даже. Так, так, так. Сейчас наш сайтер будет 43-м. Замечательно. Круто мы, ребята, качаемся. Вот сейчас... Ух ты, охренеть, сколько тут покемонов больших. Так, тебя, Киндлер. Ща, ребята, ща. Мы пойдем на команду Базер. Мы пойдем и попробуем их даже порешать в этой серии. Я надеюсь, что у нас получится. Надеюсь. Надеюсь. Так, покушать бы что-то. Тебя, зараза. И там еще один Слоубро был, да, чуть дальше. Да твою мать! Вот так, замечательно. И я вылечился. Вот. И там еще один. Опа! Попал! Прям снайпер! 44-й уже уровень! Ребята, как мы быстро прокачиваемся? 44-й. Все, можем уходить. Ты какой? Не, ребята, можем уходить уже. Потом еще вернемся, потому что крутой остров для качки. Что нам выпало? Metal Hair какой-то. Очень крутой остров для прокачки, ребята. Согласитесь, то, что тут офигеть как много покемонов. Так, давайте пойдем сюда, поставим тут waypoint. Island или там остров для прокачки. И поставим какой-то голубенький цвет, вот такой. Замечательно, просто очень крутой остров. Очень крутой остров, мне он уже понравился, если честно. Так, тут мы были... Да, тут мы были, поэтому давайте полетим сюда. Вот видите, как нам повезло вот такой остров найти. Это прям чудо какое-то. Офигенный просто остров. Очень много крутых покемонов для прокачки. Очень просто много. Так, следуем дальше, ребята. Следуем дальше зову путешествий. И попробуем также сейчас что-то найти. У нас серия длится сколько? Минут 25, да? Где-то вот так. Еще постараемся, ребята. У нас еще есть время найти боссов. У нас есть еще время найти шайни и многих других. Я очень на это надеюсь. Так, так. Здравствуйте, здравствуйте. Мы прибыли на новый остров. Встречайте нас, пожалуйста. Показывайте свои шайни покемоны, показывайте своих боссов, показывайте всех, кто у вас тут есть. Что я выбил? Опять Hellpowder? Альбатрос, Альбатрос, иди сюда.
Иди сюда, альбатрос. И там еще один кинглер есть, да? Вот, тебя, в принципе, тоже можно убить быстренько. А, киндер. Не скажу, что ты прям большой уровень, но все же тебя можно убить. И разочек еще раз. И вот так, замечательно. И все. Еще один... О, там Бластойз заспавнился. Бластойз заспавнился. Так. Так. О, Зумарил, 40-й уровень. Как мы быстро Сайтера в этой серии качаем. Это просто офигеть, какое чудо. Он сейчас уже 45-й уровень. Мы еще... Я говорю, ребята, мы сейчас пойдем. А так, 70. 70, Разор. Давайте вот так. Да? Да. Сейчас, ребята, мы еще пойдем, командир. Мы пойдем. Я не обещаю то, что мы ее раскидаем, потому что будет сложновато. Но все же попробуем. Так, ты. Ты. И там еще сзади альбатрос заспавнился. Офигеть, как много покемонов спавнится. Это прям радует. 40-й уровень Азумарил. Круто, круто, круто. Чем больше, ребят, уровней мы прокачиваем, тем, в принципе, сильнее мы становимся. Это все понимают, да? А, твою мать. Промазал, промазал, промазал. Промазал. Так. Попал? Нет! Ладно, я больше не буду даже пытаться. Я проще вот этих убью. Давай, вот, замечательно. 46-й сейчас будет. О, он еще лечится. Значит, его так с нами, да? Мы тебя просто убиваем, а ты еще лечишься. Так, ты... Ты куда убежал? Думал, мы тебя не найдем? Думал, мы тебя не догоним? Не-не-не, чувак. 46-й, да, уже уровень? Да, да, 46-й. Так, Кинглер. 49-й, ни хрена себе. 49-й уровень, ребята. Представьте, 49-й уровень. Так, и Альбатрос еще есть. Тоже 30-й, нормально. Нормально. Еще один Альбатрос. 49-й. 49 уровень, офигеть. И еще один 39 уровень. Давай, давай, пеликан, или кто ты там, пилипер. Быстренько. Так, офигеть, ребят, офигеть, у нас кач просто прет нафиг. 29-й. Вот тут очень много покемонов, и вот таким травяным покемонам очень круто качаться на водных покемонах, потому что они их убивают практически с одного удара. Это, ребята, очень круто. Ну, в смысле, очень быстро кач проходит. Происходит. А, так, ну давайте еще вот этого пеликана убьем. Альбатрос, пеликан, я их уже называю как только... любое слово, что мне в голову придет. Давай, 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 чувак. Давай, давай. Убили? Надеюсь, что да. Все, больше никого нету нормального, да? Больше никого. Поэтому, Чаризардушка, вези нас. Вези нас в другое место. Это случайно не... Это босс! Так, так, легендарный босс, легендарный босс. Не-не-не-не-не, чувак, вернись. Вернись, 77 уровень. Охренеть, с одного удара. Издеваешься. Давай, Гуларк, отомсти за Сайтера. Отомсти за Сайтера. Так, зашибись. О! Орб! Вы понимаете, что это... Так. Так, это выкинуть? Это выкинуть. Ребята, 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 вы понимаете, что означает орб? Вы понимаете, что это означает? Я думаю, что вы не понимаете, что это означает. Я вам дам, преподнесу такой небольшой намек. Мы нашли алтарь Забдоса. У нас есть алтарь Забдоса. Сейчас вы понимаете, что я имею в виду? И мы 35 серий искали один орб, чтобы начать его прокачивать. Потому что, как только мы прокачаем орб, мы сможем заспавнить легендарного покемона Забдоса. Да. Мы сможем заспавнить нашего первого легендарного покемона в этой серии. Только еще осталось, конечно... Не в этой серии, извиняюсь, в этом сезоне. Только еще, конечно, осталось найти мастербол. Это пустяк, мастербол, что это такое? Найти мастербол и, ребята... И, ребята... Мы сможем нафиг. Мы сможем заспавнить Забдоса. Так, у нас есть орб. Сейчас нам нужно электрический камень. К сожалению, электрического камня у нас сейчас нету. Потому что мы его, в принципе, не находили, не выбивали, ничего. Зато
Зато мы его можем сделать. Как нам его сделать? Нужно пойти в горы, и между этими всеми горами нужно найти электрические камни, то есть частицы электрического камня. Их можно найти, в принципе, где-то в середине гор, где-то на поверхности, смотря как повезет. Мы же, ребята, пойдем и, наверное, будем это все искать. Только изначально пойдем еще сразимся с тренером командир, да, с помощником. Может, мы сможем его убить. И потом, ребята, начинаем наше путешествие к легендарному покемону. Да. Да. Кстати, Сайтера мы уже очень хорошенько прокачали. Вот сейчас бы его еще прокачать к 50 уровню. И у нас будет на 2 уровня больше шансов победить команду R. Это, ребята, это очень много значит. 2 уровня для покемона — это намного больше жизни, намного больше здоровья. Ну, это при себе одно и то же, намного больше атаки и многого другого. Поэтому давайте мы сейчас ему еще хотя бы один уровень вот это докачаем и пойдем, ребята. Прямо вот сейчас посередине ночи пойдем сражаться. У нас, кстати, ребята, кто-то помнит? У нас есть ревайв. Ревайв — это типа такая штука, которая воскрешает нашего покемона посередине боя. Если есть, то это очень даже круто. Это очень даже круто, если есть, ребята. Нужно будет сейчас посмотреть. И мы пойдем сражаться. Они бьются друг с другом, да. Давай. Нам нужно вот этого чувака убить. Давай. Вот, попал, замечательно. Давай, еще вот этот уровень, ребята, и мы сразу топаем. Дабл хит. Нет, спасибо, не нужно. Все? Все? Да, мне кажется, можно уходить. Так, ребята, сейчас идем в наш временный дом. Вот сюда. Временный дом, как вы заколебали баловаться с этой дверью. Ревайв. Есть у нас ревайв? У нас нету ревайва? У нас нету ревайва. Ребята, нам ревайв нужен. Нам мощный ревайв нужен. Нужно его где-то купить. И где бы нам его найти? Так, сейчас это все выложим пока что. Вот так. Это возьмем, это возьмем. И орб тоже возьмем. Нам нужно купить ревайв. Валера, иди домой, иди спать нахрен. Чё ты стоишь под моей дверью? Валера, иди домой. Этот вообще тут наркоман, не знаю, что он, чем он занимается. Вообще с катушек съехал. На улице ночь, спать нужно идти, а он танцует. Так, ревайв, пожалуйста. Нам нужно сейчас искать вот этих продавцов, которые могут нам толкнуть ревайв. Тут нету ничего. Так, нужно искать, значит, другой какой-то покешоп. Допустим, вот сюда. ТП 278 75669. Так, быстренько. Нужно, ребята, купить хотя бы один ревайв. Бабла у нас хватает, поэтому сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, сможем мы купить или нет. Быстренько, быстренько, я хочу еще сразиться. Опа, большой уровень. Да ты что, ты такая улитка-то быстрая? Офигеть, я третий раз не могу попасть. Четвертый раз не могу попасть, да стой ты нахрен на месте уже, а? Офигеть просто. Ага, да, и она нас сейчас с одного удара. Или нет? Не-не-не, я лучше поменяю на Гуларка. Гуларк лучше справится с таким 55-м уровнем, нафиг. И еще разочек. Во, замечательно. Замечательно, так. Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам ревайвы. Дайте нам ревайвы, тут ничего. Тут ревайв, вот. Купим один ревайв и купим один хайпер поушен. Да. Come back again. Да, чтобы я еще раз пришел. Конечно, приду, конечно, приду. Ну что, ребята, идем на вейпоинт команды R. С этого чувака мы уже победили. Двери он нам открыл. Тут у нас статуя Мью, кто не помнит. Тут у нас кошечки. И сейчас вот этот толстый школьник, которого нужно убить. Тут мы уже все забрали. Так, этого толстого школьника нужно убить, чтобы он нам дал ключ, и мы прошли дальше куда-то на базу команды R. Фу, ну что, ребята, ну что, вы готовы? Вы готовы? Давайте, потопали. Тортера, в бой. Бластойз против Тортеры. В принципе, неплохое начало, неплохое начало. Тортера 55-й, Бластойз 55-й. По идее, если я его сейчас шандарахну Эрквиком, то я его сниму половину жизни. Сейчас еще раз Эрквиком хренакну. Убил! Ребята, 5 на 1, у него Сайзер. Сейчас нам нужно вылечиться. О, он не дал нам вылечиться! Так, Сизор, 5 на 5. Сизор охрененный против, точнее, Черезард охрененный против Сайзера. Он убил его с одного удара, потому что огненный против Троянова. Конечно же, огонь поджигает траву. 4 против 5, мы, ребята, лидируем. Райчу. Неплохо, неплохо. Он нас убил почти с одного удара.
Он убил нас! Так, 4 на 4. 4 на 4, 4 на 4, 4. А мы Гуларка забыли вылечить перед сражением! Ай, тупая башка! 4 на 4, учитывая то, что у нас у двоих покемонов очень мало ХП. Самурота нету смысла выставлять против Райчу, потому что... Электрический покемон против водного просто убьет нас с одного удара. Поэтому давайте Люксрея. Убили, убили, убили. 4 на 3. Инфернейп, 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 инфернейп. Давайте Самурота. Самурот сможет его... А, он Close Combat юзает. Ты что, издеваешься? Ну, 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 не, 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 мы так не сдадимся. Так, баг, покеболс, не покеболс, а статус нету, battle items нету, HP restore, revive, а кого бы, кого бы, кого бы, кого бы, кого бы? Инфернейп, давайте Тортеру. Да, мы воскресили Тортеру, Инфернейпа, давайте попробуем его, мы его не смогли даже шандарахнуть. Гуларк. Убили с одного удара! Так, 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 так. Пиджот, 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 пиджот. Давайте, ребята, вылечимся. Хайпер Поушен. На Гуларка. Так, фулл ХП. Замечательно. Просто замечательно. Так, более-менее. Шадоу Панч. Так, давайте еще раз Мега Панч. Мега Панч, я сказал. Так, нормально, более-менее. Еще раз Мега Панч. Еще раз Мега Панч. Не лечись, зараза! Еще раз Мега Панч. Еще разочек мы его убьем. Твою мать. Сайтер, Сайтер, Сайтер. Убили, убили. Так, Соломенс, это его последний покемон, по идее. Охренеть, мы остались один на один. Синтезис. А, нет. Ахаха, you are loser. Сам ты лузер. Один на один, ребята. Мы уже были очень близки. Если бы мы взяли еще одну лечилку, если бы мы взяли еще один ревайв, то мы бы его нагнули. Да. Вот сейчас, ребята, смотрите, что нам стоит. Нам следует прокачать Гуларка еще где-то к 55-му. Нам следует прокачать Сайтера к 55-му, эволюционировать его с Сайзера. Захватить еще один Хайпер Поушен, захватить еще одну воскрешалку, то есть ревайв. Мы придем и просто, ребята, надерем ему задницу. Да. Вот так и будет. Но зато мы уже знаем, ребята, то, что у нас сейчас уже даже очень большие шансы, чтобы его победить. Уже очень даже большие шансы. Как видели, мы в конце остались один на один. А когда я первый бой с ним проводил, то я убил вроде только двоих его покемонов, и потом он нас порешал. Он потом, ребята, нас порешал. Но сейчас, сейчас мы его порешаем. Вот что нам нужно, ребята. Вот таких штучек нам нужно 9 штук, чтобы мы скрафтили потом... А вот этот электрический камень, с помощью вот этого электрического камня превратили обычный орб в электрический орб. Потом нам нужно с этим электрическим орбом убить где-то где-то 300 с чем-то покемонов, да, чтобы прокачать вот этот орб. То есть заполнить душами покемонов вот этот орб, можно вот так образно сказать. И после этого, ребята, мы сможем призвать легендарного покемона Забдеса с помощью алтаря. То есть кинуть туда орб в этот алтарь, и появится легендарный покемон Забдес. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Только плохо то, что у нас нет мастербола. Ну, если мы, наверное, выиграем у команды R, то, может, мы и получим мастербол, или, допустим, еще раз найдем Геннадия, не знаю. Найдем Геннадия, он нам вернет все наши вещи, может, там, извиниться и даст нам, не знаю... И даст нам мастербол за то, что он с нами такое сделал, украл у нас дом и остальное, да? Это случайно не шайни? Мне кажется, это шайни. Он, в принципе, обычный... Он шайни или, или босс, или, или мне просто кажется? Не, он обычный. Мне просто показалось, что он шайни. Он так выглядел просто красный, да? Я знаю, что Скармори всегда синий, а выглядел он так красновато, поэтому я и подумал, что это босс. Так, ну в принципе, ребята, куда бы нам сейчас еще пойти? Нам нужно прокачивать нашего Сайтера. Он уже 50 уровень. Это уже неплохо, ребята, это уже очень неплохо. Ему осталось еще 5 уровней, и мы сможем опять идти сражаться уже с большей вероятностью ожиданием на победу. Там, кстати, вроде только что был... Это... Шайни! Еще один шайни!
Шайни Старли. Шайни Старли. Так, Шайни Старли. Замечательно, замечательно. Да, хотелось бы ее словить. Очень хотелось бы ее словить. Пожалуйста. Пожалуйста. Но это будет очень сложно, потому что вот такие покемоны 5 уровня, они очень большие паскуды, они очень плохо ловятся. Но зато мы словили ее. Зато мы ее словили. Круто, круто, круто. Так. Не забываем, ребята, о том, то, что нам нужно находить электрические камни. Электрические частицы камушек. Вот этих камней, да? Поэтому сейчас мы проведем, наверное, к концу этой серии вот тут на горе. И даже, наверное, в следующей серии мы также немного потусуемся на горе. Потому что нам вот этих частиц нужно 9 штук. А у нас сейчас только 2. То есть нам еще немного нужно будет вот тут побегать. Так, Сайтер. Качнем еще Сайтера к 51 уровню, и, наверное, можно уходить отсюда, чтобы тоже тут очень долго не сидеть. Ну шо, камушки, камушки, камушки. Босс, 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 легендарный боссик. Просто замечательно, просто замечательно. Так, не убивай нас, пожалуйста, не убивай нас. Гуларк, разберись с этим недотрогой, с этим наглым чуваком. Давай, эрдквиком его, эрдквиком, землетрясением. Давай, давай. Давай, замечательно. Так, что нам выпало? Water Gem, Fire Gem. Сейчас. Если я не ошибаюсь, то вот такие гемы, Fire Gem, Water Gem, то есть, сам, ну, типа вообще гемы вот эти, как только ты их одеваешь на покемона, то покемон наносит на 50% больше урона. То есть, если, допустим, у какого-то покемона есть 200 здоровья, и наш Чаризард фигает, ну, ударит его на 100 урона, да, то есть, 2 удара, чтобы убить покемона. То есть, 2 раза по 100 урона. То есть, если я на него одену вот этот Fire Gem, то он уже будет бить не по 100 урона, а по 150 урона. То есть, в сумме за 2 удара он нанесет не 200 урона, а в сумме за 2 удара он нанесет 300 урона. Вроде это вот так работает, если я не ошибаюсь. И что самое главное, нам с одного покемона выпали 2 самых топовых гема. То есть, 2 самых топовых гема. Fire Gem на нашего Чаризарда прям идеально подойдет. И также Water Gem, который также идеально подойдет на Самурота. Офигеть! То есть, не какой-то там Dark Gem, да, допустим, на того покемона, которого у нас сейчас нету. Я, ребята, вижу Риолу, только я не буду ее ловить. Зачем, если у нас она уже есть, да? И, допустим, не какой-то там нам Dark Gem выпал, который нам, в принципе, сейчас не нужен, да, или еще что-то, потому что у нас нету Dark покемона. Или, допустим, еще какой-то там гем, который тоже нам сейчас очень так не нужен. Но нам с одного покемона выпало 2 самых нужных гема. Это водный и это огненный. Офигеть, ребята. Офигеть. Кстати, что там такое? Какая-то крутая, красивая пещера. Ну да ладно. О, еще один босс. Ай-яй-яй, так, иди сюда, иди сюда. Да, он не такой крутой, то есть он зеленый. Ничего особенного тут нету, если честно. А, ну да, он еще нас убил, зараза. Потом мы сейчас тебя убьем. Ну тоже ничего такого особенного с него не выпало. Выпала какая-то фигня, которая, в принципе, нам сейчас не очень так нужна. Да, вообще не нужна, если честно. Но зато боссики — это круто. Боссики качаются, на боссика качается нормально, потому что с них выпадает много опыта. И это круто. Так, что у нас там наверху, мне интересно. Я, кстати, там кого-то вижу, смотрите, ребята. Какие-то розовые волосы. Это Джейм, это Джесси, наверное, да? Не знаю, увидим, ребята. Если честно, самому интересно, кто там. Ну, наверное, если это база команды R, то там команда R будет наверху. Потом, ребята, посмотрим. Так, в принципе, знаете, что мне кажется? На этом уже можно заканчивать эту серию, потому что серия и так уже длится, дайте я посмотрю, около 45 минут, даже больше. Это, ребята, просто офигеть. Ребятушки, кстати, тут у нас... мы это уже использовали, да? Мы это уже открывали. Вот этот... да, мы это уже открывали. Поэтому давайте возвращаемся домой, ребята, home. Наш новый домишко, который мы выиграли в лотерее. И, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Ставьте пальцы вверх, если хотите видеть новую серию. Я буду рад, если мы наберем много лайков на вот этой серии. Не ленитесь, ставьте. Чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. И что самое главное, тем она будет длиннее.
как вот это, только еще длиннее, если вы, конечно, этого хотите. Также пишите в комментариях, хотите ли вы длинные серии или нет. Подписывайтесь на мой канал, каждый подпишите меня как друг и добавляйте меня в друзья, естественно, ВКонтакте. Первая ссылочка в описании, пролистайте вниз, зайдите в описание, нажмите на мою страницу ВКонтакте и добавьте меня в друзья, подпишитесь, пролайкайте там фоточки, если, конечно, хотите. Я также этому буду, ребята, очень сильно рад. И еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.